Что, пишем уже? Обычный вечер, воскресенье, никто никого не трогает. Я же не обещал, что никаких сюрпризов, никаких подарков. Думаю, все хорошо, без конфликтов обойдется. И тут звонок в дверь, приходит почтальон и говорит о том, что вот, Ксения, вам конверт. Ну и тут начались расспросы, да, Ксюш? Что ты меня тогда спрашивала? Что это такое? Ты что-то придумал, да? Я говорю, Зай, я не знаю, что это такое. Может, это ты, наоборот, когда второе мне пришло, я ж не знал, как все начнется. Может, это ты мне придумала что-то? Открыли письмо. А что там было написано у тебя? Я ж не читал, твой секрет был. То я должна в полной боевой готовности стоять возле подъезда и ждать машины. У меня все было намного проще. Я спустился вниз, Ксюшиной машины я уже не видел, но была моя машина. Мне сказали, что нужно ехать, дали конверт, нужно ехать в место, где мы впервые познакомились. Я сразу вспомнил, что это клуб «Африка», и собрался ехать туда. Дмитрий, как вы думаете, куда мы вас везем сегодня? Я не знаю, я думаю, что в Африку. И дальше мы встретились и страстно поцеловались. В общем, мы оделись в костюмы супергероев, и нам вручили следующий конверт, в котором было написано три задания. Первое. Надо было сделать романтическое фото на любом мосту. Второе. Надо было Диме купить розу и признаться мне в любви в общественном месте. А я человек без комплексов, поэтому мне было тоже просто сходить в магазин, купить розу. Попутно еще успел пофотографироваться с фанатками. Они думали, что я настоящий супермен. Ну и потом признание в любви, все мило, романтично. Я решил в очередной раз, как примерно 2 года назад, согнуть колено на 90 градусов для тебя. Сейчас это проще сделать гораздо, и все благодаря тебе. Да и, в принципе, все, что происходит в моей жизни, а это все действительно здорово, это все благодаря тебе. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо. Ну и будь моей женой еще на год. Согласна. И третье. Мы должны были поехать в заведение, которое наиболее соответствует нашему образу. Кто предложил, кстати, герои? Ты. Да? Вот, мы поехали в герои, приехали туда, мы там были первый раз. Да. Мы сели за барную стойку, нам бармен предложил 2 коктейля, которые мы должны были выпить на брудершафт, и после чего мы получили еще 2 пакета с новыми нарядами и письмо. Вот, мы переоделись, там была... как это сказать, форма ковбоев. Костюмы ковбоев. Костюмы ковбоев. Мы переоделись, почувствовали себя на Диком Западе. Не хватало только коня, револьверов. И получили следующее задание. Дамы, можно огромную просьбу вам? Первое задание было сфотографироваться на самых холодных лошадях города Минска с 10 незнакомыми для нас людьми. Фотографироваться с 10 людьми. Вот у вас сейчас 5. Побудьте здесь 2 секунды, я сейчас быстренько еще 5 человек возьму, и мы с вами сфотографируемся, если вы не против. Хорошо, давайте. Второе задание было проехать в общественном транспорте. Самое сложное задание. Come on.
пойти в место, которое заведение наиболее соответствует нашему образу, и выпить там, опять же, коктейль на бардашок. У нас очередное задание. У вас есть две черные сумки, в них вы найдете необходимый реквизит, который дополнит ваши образы для следующего задания. Представьте, что вы в новом городе, и вам необходимо заселиться в гостиницу «Юбилейная», где у вас может быть забронирован номер для молодоженов. Для создания интриги постарайтесь сделать серьезный вид и говорить на иностранном языке. Можно ломать. Конверты были задания. Первое задание надо было сделать две смешные фотографии. У нас осталось только одно задание, и нам нужно было поехать в кафе, заведение, где есть шейные машинки, нитки, иголки. Мы поехали в ателье. Ну, попутно переоделись в свои мирское. Наш прямой репортаж с этой вот замечательной улицы Мельникайте, где впервые за всю историю Беларуси раздевается известный медийный ведущий Дмитрий Гобич. Вот там дальше в машине раздевается его супруга. Уважаемые ивентеры, ведущие, актеры, актрисы, геи, гоблины, аниматоры. Раздевайтесь в общественных местах, показывайте все достоинства своего тела и будьте счастливы. Никто не признавался, что будет, но потом за мной пришли и меня забрали. Было все здорово, потому что в песне очень все четко были разложены по полочкам наши отношения. Это было очень круто, это здорово. Так, 12 октября 2012 года два прекрасных человека связали себя узами брака. Пойду счастлив навсегда быть вместе и поддерживать друг друга и в горе, и в радости. И вот спустя уже 2 года они радуют друг друга любовью и улыбками. Об этих двух людях не пойдет наше повествование. Его зовут Дима, ее зовут Ксюша, его зовут Круче. Ее... Там, где у нас было первое свидание. Что том, Ксюша готовит. Какие цветы я люблю, то, что Дима много работает. Да, ну, в общем, это было очень классное окончание вечера. Ксюха даже плакала, я, как мужик, сидел это крепко. Сегодня настала уж ваша бумажная свадьба. И сейчас я поспею вас ваш праздник и пожелать вам в этот день бесконечного счастья. Пускай ничто не нарушит ваше родство. Пускай на небе вечно горит ваша звезда. Супер-губичи, супер-губичи, супер-губичи.